В закрытом онлайн-клубе Muay Thai CK ты найдешь очень интересные и полезные онлайн-встречи, закрытые видеоуроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео. Привет, боец! Сегодня я тебе хочу показать 5 нокаутирующих фишек в разных ситуациях из турнира, прошедшего по Muay Thai, который я тебе покажу именно нокаут, какой был, и мы уже непосредственно будем его разбирать с точки зрения наработок и непосредственно применения таких фишек в бою тобой. Поехали! Итак, наша первая нокаутирующая фишечка, это когда тебя поджали в углу, твоя задача левой рукой взять лонгард, то есть вытянуть противника на левую руку. И отсюда, с передней левой ножки, без перешага, без разножечки, без ничего, сразу пробить правый хайкик. Для того, чтобы сделать этот удар, конечно, нужна хорошая растяжка, но он очень эффективный в таком плане. То есть дистанция прямой руки. Никто не ожидает удар ногой в голову. И когда я начинаю свой удар левой ногой, противник 100% будет думать, что это будет лоу-кик, так как с этой дистанции, ну куда еще можно ударить, да? Ну максимум это печень. Он выставляет блок и опускает ручку. А ты отсюда, с короткой дистанции, по дуге забрасываешь хайкик в голову. И отсюда четко. Удар получится, конечно, не то, чтобы такой там с корпусом прямо, но он будет такой хлесткий, больше как, скажем, в карате, например, да? То есть ты прикрылся, оттянул от себя противника на лонгарде и сразу отсюда всадил голову. Такая хорошая фишка. Итак, вторая фишечка, так она, скажем, называется, подловить противника на самоуверенности. То есть идет как такой центр, ты, например, бросил раз, два, три прямых. Противник, когда разрывает дистанцию, да, после твоих ударов, или просто отходит, все, он почувствовал, что дистанцию разорвал. Очень часто бойцы опускают руки, чтобы их, скажем, отдохнуть. Да, он простоял в защите с поднятыми руками, забил плечи, и разрывав дистанцию, практически всегда опускают руки, очень часто еще раскручивают руки. И мы ловим этот момент на подскоке с левым боковым. То есть ситуация раз, два, три бросил, ап, и сразу отсюда я на выпаде с левой ногой хочу достать его левым боковым. Я ему не даю, я не останавливаюсь после своих прямых, а сразу иду в атаку с левым боковым. Сразу раз, три, ап, и сюда добавляю боковой на подскок. То есть это мой момент словить его, когда он начинает отдыхать, скажем так, и расслаблять плечи. И еще раз. И сюда четко попадаю. Очень часто в К1 бывает такая вещь, да, где боксеры, как бы, и в ММА, когда такая есть постановка бокса, когда прямого делают уклончик, то есть под ручку, он уклон и смещается. Все, он сместился. Когда он сместился, он ручки подпускает для того, чтобы пойти в атаку. То есть тоже, особенно на поздних раундах, да, когда уже уставший, усталость накопилась, никто в контратаку сразу не идет. Делают уклончик, смещение и стараются отдохнуть. Как бы посмотреть, что будет, продышаться. И это мой момент, опять-таки, словить его на вот этой уверенности. То есть он уходит, я смещаюсь и сразу ему хайкик доставляю в голову. То есть он так смещается, разрывая дистанцию на такое расстояние, чтобы я рукой не достал. Да? Я рукой не достаю. Я стараюсь сразу ударить хайкиком. То есть вот этот момент, когда мы замешкались обои, да? То есть потому что то же самое можно сделать под правую руку. Уклон, он сместился,
Он замешкался, мы переместились, и хайпик было. Вот задача словить на этой фишке. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями и до встречи в следующих видеоуроках.